Работа «Кипит» без перебоев. Крупнейший в городе гипермаркет строительных и отделочных материалов ТСК Групп специализируется на качественном российском товаре. На площади 7 тысяч квадратных метров представлено более 20 тысяч позиций. Все поставки идут у нас с наших отечественных заводов, которые находятся на территории Российской Федерации. Вот каких-то сбоев в поставке нету. Все идет в плановом режиме. Ну, согласно наших заявок. Основные поставки у нас идут с Екатеринбурга, часть идет с Москвы. То есть по поставкам стабилизировалась ситуация, все идет вовремя по графику. Кипермаркет сотрудничает с российскими поставщиками с самого открытия, поэтому трудностей нет ни с логистикой, ни с качеством поставляемого товара. На работу компании никак не повлияли и санкции. У руководства большие планы – открыть еще две крупные торговые точки. Одна из них в соседнем регионе. Мы планируем на северной части города открытие торгового центра площадью где-то 2000 метров квадратных. Но там будет уже больше такой для декор, интерьер, то есть для дома. И в ближайшей перспективе это открытие подобного гипермаркета в городе Ханты-Мансийск. За время существования Всероссийского движения «Мы работаем» к нему присоединились десятки ямальских предприятий. Как говорят эксперты, попытка задушить Россию санкциями уже провалилась. Страны, объявившие нам бойкот, сейчас сами подсчитывают убытки. А для отечественного бизнеса внешняя нестабильная экономическая ситуация стала возможностью для развития. Мы работаем. Мария Боахуа, Антон Берестянский, информационное агентство «Импульс Севера».